Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог. Пришла очень интересная посылочка от бренда Аравия. Вот так выглядит. Сейчас будем смотреть с вами, что там, и тестировать. Такое классное наполнение. Аравия, кстати, это российский бренд, который начинал с паст для шугаринга. И сейчас там есть уходовая косметика для лица, для тела. И есть даже декоративная косметика. Сейчас мы с вами докопаемся до истины. В посылке у нас было 4 продукта. Смотрите, первое это масло. Масло против растяжек, которое, девчонки, беременяшки, присмотрите, подходит даже беременным. Можно применять. И очень хорошие отзывы. Жаль, что не узнала о нем в свое время, хотя у меня особенно растяжек и не было. Борется с растяжками, повышает упругость кожи, оказывает антицеллюлитный эффект, увлажняет, смягчает, питает кожу витаминами и жирными кислотами. Вот так оно выглядит. Кому интересно, показываю вам состав. Скриньте, изучайте информацию. Будем пробовать. Изготовитель у нас с вами Московская область. Продукт отечественный, значит, на нашем рынке остается, значит, достоин внимания. Так, здесь у нас ночная восстанавливающая маска, причем очень большая такая коробочка. Судя по всему, у маски большой объем. Выводит токсины из кожи, омолаживает, придает коже сияние, питание, увлажняет, восстанавливает. Тоже покажу вам сразу информацию. Несколько способов применения, да? Остатки мы с вами смываем водой. А для сухой кожи на ночь не смываем. Мы с вами попробуем смываемый метод, потому что сейчас не ночь, но мне очень интересно ее уже потестировать. Я дождаться не могу. Не тестируется на животных. 12 месяцев открытая. Состав, кому интересно. 150 мл. Большой объем масочки. Так, следующий продукт у нас с вами. Это жидкие коллагеновые патчи. Они в тюбике. Увлажняют кожу, устраняют отечность, тонизируют кожу, повышают эластичность, разглаживают морщинки. Состав. Информация. Не требует смывания. Отлично, тонким слоем наносим. Так, дальше у нас с вами увлажняющий тональный крем из декоративочки. Будем с вами сегодня тестировать. И классно, что он с SPF, по-моему, если я не ошибаюсь, девчонки. О, даже есть артикул. Смотрите, А054. Именно вот этот оттенок я выбрала. Light Beige номер 13. Моментально корректирует. Борется с преждевременным старением, даже есть ухаживающий комплекс. Идеально ложится без эффекта маски. Здорово от сухости. Очень интересно. Где у нас здесь информация? Потому что я, насколько помню, выбирала с SPF-очкой. Ну, ладно, посмотрим. Состав, кому интересно, бликует. Сейчас все откроем. Кстати, чтобы вы не путались, это именно бренд Аравия Лабораторис. Да? Вот так. И у каждого продукта, оказывается, есть артикул. Я на это внимание не обратила, девчонки. Да, вот артикул у нас ночной маски А019. Артикул патчи у нас с вами А002. Так, тональник я вам сказала, а для тела средства А112. На каждое средство в упаковке подробная инструкция, что очень здорово. Банка большая для ночной маски, прям супер. Это у нас с вами жидкие патчи, это масло, это тональник, очень красивый. Девчонки, кто пробовал от бренда Аравия Лабораторис какие-то средства, обязательно напишите, будем делиться отзывами. Вот такой вот интересный тональный крем, его тоже много. И стекло, по-моему, стекло, нет, по-моему, пластик. Да, здесь пластик. Ага. Пластик, по-моему, да. Но такой добротный, что даже я путаю со стеклом. Перемещаемся в ванну. Я очистила кожу, подготовила ее к нанесению маски. И мы будем с вами наносить вторым способом, потому что у меня тип кожи нормальный, но я обязательно на ночь попробую не смывать. Кожа, шея, декольте. 15-20 минут. Остатки тщательно смыть водой. Открываем. Смотрите, у нас все зафольгировано. Ух ты! Она как будто такая черничная. Смотрите, какая густая. И пахнет ягодками, ага. Ой, какая классная. Черная смородина, что ли, девчонки, пахнет. Обожаю черную смородину косметической продукции. Аромат не сильно бьет в нос, он деликатный, но очень классный вообще. Так, я с фольги масочку сразу на лицо. И наносить буду пальчиком, наверное. Да, мне так привычней. Хотя можно и кисточкой, она все равно под рукой, потому что сюда пальцем лазить неохота, банка большая, будет в использовании долго. Густой баттер пока по ощущениям. Как набирается. Но набирается как воздушный продукт. О, какой запах, девчонки. Наносим. Да, такая плотненькая консистенция. Блин, я хочу пальцем. Я так не понимаю, когда я кистью наношу консистенцию. Да, плотная. Плотная. Такие сливочки, баттер. Я очень люблю такие маски. Обожаю. Вот именно такие. Сливочки, баттер. Ага. Класс. Все, консистенцию поняла. Можно дальше кистью. Буду навеки наносить такие продукты. Я обязательно всегда наношу навеки. Маски-пленки какие-то
глиняные нет, а вот такие всегда. Их тоже надо попитать. Пусть это будет тонкий слой, но она там присутствовать будет. Вообще, супер масочка. Достаточно плотный слой у нас с вами будет. А как ночную маску, да, мы будем с вами наносить ее как крем. Нам уже такой плотный слой не нужен, потому что мы будем смывать. Здорово. Такой холодочек от нее почему-то приятный. Слушайте, на расход у нее, мне кажется, такой банки хватит. Если использовать как ночную маску, то вообще на год. А если плотным слоем, то на полгода. Очень большая баночка. Так. Все, везде нанесла как следует. Теперь будем ходить 20 минут, а потом смоем. У меня сейчас кожа нормальная, но после умывания в некоторых местах стягивает. Хотя сухости, шелушений нету. Но тем не менее стягивает. Поэтому если увлажнение и питание будет, я это почувствую хорошо от продукта. Мне кажется, кожа ее прямо сейчас съест. Прям съест, впитает. Все, ходим 20 минут. А пока ходим, я хочу сгонять в душ, чтобы не терять время даром. И потестировать вот это маслице. Антицеллюлитное у нас с вами против растяжек. И расскажу вам о своем отзыв. Консистенцию сейчас вам сразу покажу. На руку выдавила. А душка приятная, цветочная, очень приятная. Супер. И оно такое, не прям сказать, что густое. Достаточно жидкое масло. Я не думаю, что оно будет утяжелять. Сейчас на руке с вами попробуем. Чтобы вы понимали просто, а то потом уже я нанесу на все тело, и будет непонятно. Слушайте, впитывается хорошо, практически сразу. Насколько я знаю, там у нас с вами масла, жижаба и много-много всяких полезностей. Да, масло жижаба, масло олива, масло сладкого миндаля, бисоболол и витамин Е. Как раз все, что нужно, вот именно против растяжек. Вот оно, в принципе, впиталось уже, оставило после себя увлажненную кожу, никакой липкости. То есть с этим маслом проблем не будет, то, что вы там намазались и ходите, булы ждете, пока впитается, чтобы одеться. Нет, очень быстро впиталась, кожа увлажненная, мягенькая, здорово. Прошло 20 минут, и местами, смотрите, кожа ее действительно съела, она такая мягенькая. По поводу масла очень понравилось на влажное тело, именно как по инструкции положено наносить. Вообще супер, супер, просто супер, девчонки, словами не передать, такая мягкость, здорово, буду пользоваться дальше. А сейчас мы с вами смываем маску, будем пробовать жидкий патч и тональный крем. По факту, это какой-то восторг. Давно я таких хороших масок не пробовала. Слушайте, лицо упругое, увлажненное, напитанное, прям разглаженное. Я практически не вижу свою морщину на лбу, вообще у меня шок. Очень напитанное вообще. Мне безумно понравилась маска, девчонки, я могу смело ее рекомендовать. Кожа восторг. Она не просто гладкая, проходистая, выровнен тон, выглядит здоровый, да, такой лоск, румянец есть, все как положено. Но она на ощупь, вот чувствуется, что она напилась в лаке. Прям вообще супер находка. И я думаю, она жирную кожу не утяжелит ни грамма. Если вот таким именно способом, да, со смыванием, то точно не утяжелит. Красота. Так, жидкие патчи. Они такие, смотрите, у нас интересного оттенка, мутненькие. Нам надо с вами нанести равномерным тонким слоем и уже не смывать. Ага. Попробуем вот так по горошинке с каждой стороны. Так. Одушка еле уловимая. Очень деликатная, косметическая. Наносим круговыми движениями, распределяя. Жидкие патчи можно на носок, губочки заодно нанести. После вот этой маски крем вообще не нужен, девчонки. Вот вообще не нужен. Такое лицо. Удивительно. Там, где у нас есть морщиночки, тоже можно нанести легкими движениями, да? Ага. Вот так. Продукт легкий, на коже тает, превращаясь как бы в водичку. Очень легенький, интересный. Вот сейчас впитается и посмотрим. Будем наносить тональник. На коже, кстати, после жидких патчей холодок, прям сама кожа холодная. Поэтому, я думаю, противоотечный эффект, как заявлено, вполне может быть прям холодочек. Хороший такой. По инструкции нам нужно с вами нанести тональное средство на предварительно увлажненную кожу. Кожа увлажнена у нас до нельзя, да? Мне очень понравились жидкие патчи. Пока ощущение прям комфортное, здоровское. Буду дальше тестировать. Так, тонального средства много. Действительно много оттенков. Я вам уже свой сказала. И оно у нас должно подстраиваться под тип кожи. 5 оттенков представлено у Arabian Laboratories. И перед применением нам нужно средство встряхнуть.
Еще, девчонки, здесь вакуумная помпа. То есть тональное средство может не сразу выходить. Иногда может понадобиться несколько нажатий. Так, я наношу на лицо и взяла кисть Faberlic для тонального средства. Будем наносить им. Вот видите, вакуумная помпа, средство выходит не сразу. И даже если не первое у вас применение, оно тоже может выходить не сразу. Так. Так, пробуем наносить. Я кисточкой наношу тональные средства. Редко, кстати, мой оттенок. Слушайте, прямо он кажется таким в тюбике сероватым, а на самом деле нет. Он такой, ну вот прям нейтральный бежевый. Без всякой там розовизны, желтизны какой-то, просто нейтральный бежевый. Ой, слушайте, он правда подстраивается. Он правда подстраивается, но мы сейчас с вами нанесем уже и посмотрим. Покрытие очень легкое. Прям вот невесомое-невесомое. Мне кажется, и увлажняющий эффект какой-то есть. Он даже должен за счет этого легкого увлажнения и на зиму подходить. Сейчас посмотрим. Так. Ой, флакончика тоже хватит на год. Вот умеют же наши выпускать объемы, да, вот объемы. Очень легкий тональный крем, и я чувствую увлажнение. Сейчас он отличается, да, от моей кожи. Мы его сейчас распределим. Можно было бы и поменьше нанести. Так. Прям легенький-легенький. Но в то же время перекрывающая способность у него, слушайте, ну, выше среднего. Покраснение, какие-то неровности, неровности тона я имею в виду, он будет перекрывать. Пока морщинки не подчеркивает. Я потихоньку его вообще перестаю видеть на коже. Хотя вот вы еще видите, да? В поры не западает. Все в этом плане отлично. Можно поменьше прям наносить. Он так легко распределяется по коже, растягивается, ну, по крайней мере, кисточкой. Так легко, что можно прям поменьше. Я думаю, а там, где есть проблемные участки, можно его и наслоить. Очень неплохой тональный крем. Вы знаете, я люблю легкие продукты, потому что раньше вообще тональными кремами пользовалась крайне редко. А сейчас, если и пользуюсь, то продукт должен быть легкий, но он должен обладать все-таки определенными функциями, да? Как здорово. Здорово вообще. Мне нравится. То есть это легкое увлажнение. Оно присутствует, но в то же время никакого жирного блеска, ничего нет. Крестюшка к нам решила присоединиться. В общем, мне в целом все нравится. По оттенку он не подошел. Добавить еще контуринга, и все идеально. В поры не запал. На носу нигде. Они у меня сильно расширены, чтобы я сразу вижу, когда западает. Личка гладенькая, тон ровный. Все как бы отлично. Все замечательно. Я довольна. Легкий продукт. За счет увлажнения подойдет и на зиму, а за счет того, что вот никакого блеска от него ничего нет. Просто ровная, красивая кожа. И сейчас на теплое время года вполне себе вообще замечательно. Мне понравился. Тональный крем можно купить на маркетплейсах Озон и Wildberries. И также на официальном сайте. Я вам обязательно ссылки оставлю под видео. Красота. Хотела вам показать его при естественном освещении, потому что, ну, это восторг, девчонки. Вот прошло минут 5-10. Это просто восторг. У меня до этого был кушон Faberlic-овский восторг. Сейчас у меня, мне кажется, появился новый любимчик. Он потрясающий. Его вообще не видно на коже. Вообще. Он действительно подстроился, он выровнял тон и сделал какой-то сияющий, что ли, кожу. Такая красота. Для любого времени года и для любого типа кожи однозначно подойдет. Его не видно, он не ощущается вообще. В то же время он кожу выровнял, она какая-то такая красивая. Прям можно макияж не делать, да? Прям красивая кожа. Мне очень понравился, прям от души рекомендую. Ну, на этом все, мои хорошие. На этом видео буду заканчивать. Надеюсь, обзор вам понравился. Обязательно пишите, кто что пробовал от Aravia Laboratories. Будет интересно от тем пообщаться. Ссылки все полезные в инфобоксе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.